Я не могу поверить, что у меня наконец-то это получилось, твою мать, а? Ну иди сюда, мелкий воришка. Я так много времени потратил, чтобы сюда прийти. Вот так. Фу, блин. Наконец-то я этот уровень закончил. Ой, блин. 500-500. Третий дракон. Фу. That was quite a ride, Spyro. Да. You've learned a lot since you were a young glider. Yeah, well, you could have found an easier spot to get stuck. Фу. Теперь можно со спокойной душой проходить дальше игру, потому что все мои нелюбимые уровни я прошел. Так, значит, все. Я даже вышел уже так, а не обычным способом, потому что у меня уж тошнит этот уровень, я не могу, все. Фу! У меня прям уж отлегло, прям внутри прям такое чувство приятное. Все, значит. Три топс, нафиг этот уровень, больше не хочу его даже вспоминать. Так. А, вот сюда. Так, теперь следующий уровень, Metal Head. Я его уже в первом видео играл в него, да? Первое видео было, где я просто по уровням бегал. Так. Значит, вот этот уровень. Тут у нас типа босс будет такой. Так. Что-то у меня тормоза опять пошли. Что-то странное происходит в последнее время. FPS реально падает. Причем очень круто. Может, антивирус обновляется, а в самое неподходящее время, а? Блин, когда игра... Вот я все время забываю, когда запускаешь игру, нужно выключать нахер интернет и все, короче, выключай. Чтобы, блядь, ничего не мешало. Да, это был антивирус, и я случайно закрыл эмулятор, и поэтому мне пришлось этот уровень теперь пройти начало заново, но тут чуть-чуть было, поэтому... Я особо ничего не потерял. Так, а куда второй чувак улетел? Они ж двое было. Ну ладно. Бу! Ой, все взорвалось нафиг. Лось взорвалось. Так, тут где-то вниз можно спрыгнуть. А, вон там. Но пока не пойдем туда, пока все наверху сделаем. Они все время откуда-то берут эти штучки, которые кидают. А ну давай! Первый! Второй! Давай на меня! Второй! Второй! Давай! Ебич! Вот так. Так, тут если вниз пойти, то тут дополнительная зона. Ой-ой-ой. Сука. Так, сюда потом пойдем. Вот опять же, я бежал на него, и почему-то он меня смог ударить, а я его нет. Теперь пойдем вниз. Секретная зона! Ура, вы готовы? Я готов, суки! Так. Мой секрет, который я съел на обед, на обед, на обед. Это мой секрет. Сейчас сохранюсь опять.
чтоб эмулятор не вылетел случайно. Ой-ой-ой, нет, не дохни, пожалуйста, нет, не дохни. Интересно, сколько я жизней наберу, когда уровень, когда я игру закончу? Наверное, 500. 500 уровней жизни наберу я. Да, вот. 500 жизней наберу, да. Значит, это... О, ключик золотой, мой любимый, ключик золотой. Как хорошо нам вместе с тобой, ты мой ключик золотой. Так, и этот вихрь нас поднимает туда, откуда можно еще взять сокровища. Ключик, 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 ключик золотой. Классная песня, да? Ключик, ключик, ключик золотой. Золотой. Так, для босса мне полная жизнь понадобится, потому что я такой лох, то что я не смогу с одной жизнью пройти его. Так. Сейчас, интересно, что дракон скажет про босса? А ну говори, сука! Садики! This big robot is all charged up to meet you. Attacking the power pole should disrupt its power supply. Я это знаю, тупая ты жопа. Ты мне ничем не помог. Ну чё, в атаку. Главное не приближаться к тем, которые горят. Этот босс называется Metalhead, он слушает металл и трясет башкой. Я трясу башкой под металл, я крутой, я тяжелый металл слушаю, суки, понятно всем, вот это босс такой. О. Так, тут у нас еще камушки. Я слушаю тяжелый металл, и под него из меня выходит кал. Так. Все твои источники питания разрушу, понял, тварь? Блять. Все, замочили. Ну вот, в принципе, практически и весь уровень. Осталось только подняться сюда, забрать наши призы, которые мы достали своим потом и трудом. Вот эти призы мы сейчас возьмем. Так... Давай мне все призывы. Так. Далее нам нужно туда попасть. Ну, отсюда мы туда не попадем, поэтому мы летим сюда. Так. Могли бы боссы сделать и посложнее. Я говорю, это не босс, это тупой козел, короче, тупой. О. Босс в самом конце, а так просто тут враги есть просто сильные такие. Так, потом выход с уровня уже. Но нам еще рано туда, да? Мы же на 100% проходим все уровни-то. Нам туда еще рано. Тут такая хитрожопость. Тут нужно правильно прыгнуть, чтобы на другую сторону перелететь. Вон туда. Эти не получилось у меня. Нужно правильно прыгнуть, а я не помню как. Потому что я дурак, потому что я дурак. С разбегу? Нет. Может быть, с этой стороны? Да. Нужно правильно прыгнуть, только я не помню как, потому что я дурак, потому что я дурак, потому что я дурак, потому что я дурак. Ну все, почти прошли уже. 60. 70. Тут у нас будет 80. И еще не все, а где же остальное? Да, ребята, эпик фейл, я не ожидал такого. Я был уверен на 100% то, что я все собрал.
Я реально говорю, я был уверен полностью. Оказывается, нет. И где, тогда где я, где же я тогда пропустил-то? Эпик фейл, блядь. Я был уверен, что я сейчас полностью все собрал. Ну, ёб твою мать. Придется возвращаться. Не туда меня отпусти. Отпусти меня, не трогай. Обратно. Бэктрек, так сказать, называемый. Блин, вот дерьмище. Это отсюда, может, куда-то? Да вроде нет. Тогда я опять же, я сейчас когда найду оставшуюся пропажу, то я тогда выйду через обычный выход. Я уже не буду бежать до выхода с уровня. Потому что это долго будет. Где-то я что-то забыл. Не, ну это ж надо такой быть такой фигне-то, а? Наверху все взял. Внизу я был. Давайте к началу, в самое начало. Так, ну тут в начале-то ничего и не было. Тут, по идее, внизу ничего больше не должно быть. Тот секрет, который был внизу, я его уже взял. Я ничего не понимаю. А где остаток-то? Тут, видите, тут ничего нет. Я пролетел, уже все собрал. Если только опять внизу посмотреть. Вихрь нас уносит наверх. А, вот, смотрите, блин. Не, ну это вообще прикол, конечно. Это вообще прикол. Я был тут, да, но я был на той стороне, а на эту сторону я так и не переместился. Все, выходим. Видите, я говорю, нужно быть очень внимательным. Очень-очень-очень. Так. Тут у нас вроде все. В этом мире мы все прошли. Да, остался только летающий уровень, который я пройду потом. Теперь мой любимый мир. Мой любимый мир. Ура, 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 ура. Там такие классные уровни. Вообще очень красивые, прикольные. Там они ночные все. Вот, очень-очень прикольно, мне очень нравится. Это мой самый-самый любимый мир, вообще обожаю. Все уровни там обожаю, и вот этот мир тоже обожаю. Самое-самое, то есть самый этот мир, он дневной, а уровни ночные, очень красивые. Очень классные, значит так. Фух. Давайте сейчас я опять сохраню, чтобы у меня, если вылетит у меня, чтобы у меня мозги не вылетели. Значит, поехали. Обожаю вот этот, он самый любимый мой. Так. Так, давайте сразу уровень этот закончим. А потом уже пойдем по маленьким уровням. Так, Dark PS, чего, обожаю эти уровни, о, мои самые любимые. Так. Ой, я не успел. Как я вас обожаю, ребята. Ау-ау-ау. Прикол. Ау-ау-ау-ау. Ау-ау-ау-ау. Прикольные, да? Так. А?
Камера отвернулась. Я хотел посмотреть, как это все взорвется. Так, дракона пока не трогаем. Лофти Кэстл. Блин, я говорить не могу. Лофти Кэстл, куда я упал? О, мазафака, бич. И все с самого начала. Ну ничего, мы их уже убивали. Давайте их еще раз убьем. Так. Мордонос, где твой нос? Латиф! Welcome to the Dreamweaver. Спасибо. While chasing Nasty's minions in this world, you must expect the unexpected and prepare for what is not there. А, интересно, что это такое? Что это такое? Я весь прям в нетерпении-то. Сохраняемся. Просто так доволен, я просто обожаю эти уровни. Так. Так, тут мы пока все закончили. Упс. Так. О, Джакуис. Или как это правильно пересказать? Джакуз. Это самый последний мир, самый-самый последний. Там бонус уровней и финальный босс, но туда мы, конечно, сейчас не пойдем. Так, потому что мы еще тут не все закончили-то, а? Только сюда пришли, уже уходить? Нет. Не так быстро. Да. Сейчас из пушки постреляем. А ну отдай пушку! Отдай пушку, зверюшка! Отдай, сказал пушка, отдай, сказал, кому сказал? Так. Ребята, вас надо уменьшить. Не хотим, не уменьшай нас, не уменьшай. Нет, вас надо уменьшить. Нет, не уменьшай нас, не уменьшай. Уменьшить! А, он нас уменьшил! Так. Дальше крутим, дальше. Можно просто так от балды пострелять. Так. Тебя уменьшить. Не хочу я на операцию. Операцию доктор сказал, прописал операцию. Операция по уменьшению. Так, теперь давайте пойдем сначала сюда. Раз мы их уменьшили, мы пройти сможем дальше. Блин, хотел двоих одним ударом вырубить. Не получилось. Так. Так, тут сейчас будут чуваки с часами. Гномики. Вот так. Так. Этот летающий уровень, и потом все летающие уровни в одном видео пройдем, как я делал в первом видео. Ну тогда я летал, когда они уже были пройдены, а тут они не пройдены, еще девственные, не тронутые. Сюда потом пойдем. Так, теперь возвращаемся сюда опять, к пушке, и надо дальше теперь пролететь. And I've got to go. Все будет хорошо, я это знаю. Почему я Верку Сердючку вспомнил, я не понимаю. Hello, Spyro. Nicely done. I'll be done when I Nork. 60. Ровно 60. Вы можете поверить в это или нет, друзья мои? Save game, please. Bow. Bow.
Блин, опять не получилось два в одном взять. Так. О, привет. Haunted Towers, вот это очень круто. Я все уровни тут люблю, как я уже говорил. Я еще раз могу сказать, потому что я тут действительно люблю очень крутые. Так. Мази! Привет, Мази! The fools you see in this world are invincible. But that does not mean they shouldn't be attacked. Sounds all right to me. Кто это тут невидимый? Никого невидимого я тут не замечал. А, тут не все уровни ночные, да, есть и дневные. Слушай, хватит от меня бегать, ты же знаешь, я все равно тебя достану. Так, и теперь у меня вопрос, где я пропустил 10 этих самых? Не знаю. Пропустила? Где я пропустил 10 камней? Блин, вот дерьмо. Возвращаемся к началу, уже пора видео заканчивать, но я хочу до конца вот этот мир уже пройти. Где-то я десяточку профукал. Так, за порталом вроде ничего не должно быть. Да кто-то нет, ничего. Так. У меня есть одно предположение. Вот тут, наверное. Нет. Вот, блин, дерьмо. Что это за дерьмо? Почему я не пойму ни хрена? Хм. Тут все собрал. I'm confused. I'm officially confused, baby. Хм. Ребят, я не знаю, почему я пропустил, где я пропустил. Единственный вариант, у меня есть еще сюда сбегать. Спрыгать, точнее. И внимательно посмотреть тут. Может быть, я в спешке что-то и пропустил? Потому что я... Быстрее, 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 я почему-то хотел. Хм. Нет, тут нет ничего. Я не знаю, где я еще 10 оставил-то. Я думал, уже все, уровень закончил, завершил, прошел. Оказывается, нет. В общем, я не знаю, давайте тогда вернемся к самому первому уровню. Сейчас я где тут дракон? Я сохраню игру. Вернемся к самому началу. Сейчас сохранюсь, потом вернемся к началу. И тогда будем уже проходить уровни по очереди. Уже, блин, очень много времени. Я, блин... Ну, что такое? Я не знаю, я не ожидал, что я пропущу. Я думаю, я был уверен, что я все собрал. А, вон, видите, блестит. В той стране. Вот здесь. Вот. Блин. За углом. Ну все. Слава богу, прошли. За углом, за углом, за одним, за вторым я стою и смотрю, и не вижу ни хрена, потому что я дурак, потому что я тупой, и никто не хочет справиться со мной. Ладно, тогда сохранять, я до дракона уже не буду доходить, а то меня раздраконят уже. Все, в следующем видео пойдем в тот уровень, обалденный уровень, суперский уровень. Dark Passage.